В представительстве Республики Коми в северо-западном регионе состоялась презентация книги «Еда и культура Коми Зырян в 20-м – начале 21 века». Автор – доктор исторических наук, профессор Сыктывкарского государственного университета имени Петерима Сорокина Татьяна Чудова. В издании представлена культура питания Коми, адаптированная к жизни на севере. Написанию книги автора подтолкнуло то, что традиционная пища Коми до сих пор сохраняет свою этнокультурную самобытность, но пока что мало изучена. Сколько сами Коми очень степенные, спокойные, и кухня, она без каких-либо острых приправ. Она такая очень спокойная, но очень полезная для организма человека. Рассказала Татьяна Чудова и о традиционной утвари коми народа. Большое разнообразие в деревянной утвари. Учитывая, что глиняная посуда ручным лепным производством до начала 20 века у нас существовала, только в 30-х годах появляется гончарная посуда, ну и металлическая, медная и из черного металла – это как некий такой символ зажиточности. Ну, атрибутом успешности дома – это наличие самовара, конечно.